Итак, всем привет! Хорошего и доброго насыщенного дня! Ну а сегодня у нас с вами шестой день. Ключ к изобилию. Занятия на шестой день следующие. Надо послушать управляемую медитацию с мантрой «Рам-рам-рам». Запишите сегодняшнее утверждение. И как можно чаще вспоминать его в течение дня. Все, что я желаю, есть во мне. В блокноте 7 раз запишите отрывки, указанные выше утверждения. Все, что я желаю, есть во мне. Теперь запишите себя на аудио или видео, читая это утверждение с выражением и чувством связи. То есть искренне. Все, что я желаю, есть во мне. Сегодня наша тема наших занятий – это семена успеха. Добро пожаловать в шестой день. Нарядились со всем, что нам нужно, чтобы самореализоваться и прожить успешную жизнь. Однако часто мы измеряем любовь и радость, здоровье, достаток, жизненную энергию и другие позитивные качества, ограничивая себя с кем-то либо с чем-то. Возможно, думаю, мои отношения полны любви, но не настолько, как у моего друга или подруги. Я живу в красивом доме, но не такой большой, как у моего брата или соседа. Итак, ну а мы с вами, перед тем, как прийти и погрузиться в нашу медитацию, возрадуемся богатому жизненному пиру, развернувшись перед нами во всем великолепии, и сфокусируемся на сегодняшней центральной мысли. Все, что я желаю, есть во мне. Все, что я желаю, есть во мне. Итак, начнем. Пожалуйста, располагайтесь удобно. Кисти рук касаются колен ладонями вверх. Спина все время прямая. Плечи на одном уровне. Закрываем глаза и дышим глубоко и выдыхаем. Итак, глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Теперь погрузиться в то самое место внутреннего спокойствия, где мы ощущаем связь со своим Высшим Я, со своим осознанием. Старайтесь ни о чем не думать, просто наблюдайте за своим дыханием, которое подобно морскому приливу и отливу, с каждым вдохом и выходом. Расслабляет вас все больше и больше. Вы наполняетесь легкостью и спокойствием. Теперь добавляю это мало. Рам-рам-рам. Каждый раз, когда вы замечаете, что вас отвлекает какая-то мысль или телесное ощущение, внешний шум или воспоминание, просто направьте свое внимание на мысленное повторение мантры «Рам-рам-рам». Продолжая медитировать, пока снова не услышите звук колокольчика. Это и будет сигналом, что пришло время отпустить мантру. Рам, рам, рам. Рам, рам, рам. Пришло время отпустить мантру. Возродите свое сознание в тело. Немного отдохните. Дыхаем и выдыхаем медленно, глубоко.
Когда почувствуем, что готов, плавно откроем глаза. Продолжай свой день, принесите в него новое понимание истинного изобилия. Напоминаю себе сегодняшнюю центральную мысль. Все, что я желаю, есть во мне. Все, что я желаю, есть во мне. Ну а мы с вами двигаемся дальше. И скоро уже седьмой день.